Малейший загиб на рукаве затрудняет проход тонкой проволоки. Катушка с алюминиевой проволокой крепится непосредственно в рукав Spolgan. В руку взяли, варим. Всем привет! Вы на канале Finishing Group и с вами опять я, Дмитрий Мягков. Часто задаваемый вопрос, почему на аппарате T3G Safta сварка алюминия происходит через рукав Spolgan, а не через обычный еврорукав? Отвечаю. Сварка алюминиевой проволокой диаметром 0,8 через еврорукав, стандартный еврорукав, очень затруднительно. Сварщик в процессе сварки должен следить, чтобы рукав был прямой. Малейший загиб на рукаве затрудняет проход тонкой проволоки, и на подающем механизме образуется борода. При использовании рукава Spolgan этого не происходит. Почему? Катушка с алюминиевой проволокой крепится непосредственно в рукав Spolgan. Расстояние от проволок подающего механизма до сопла минимальное, за счет чего уменьшается сопротивление, а следственно исключается замятие проволоки. Сварка алюминия при использовании рукава Spolgan более удобна. Несмотря на внешнюю громоздкость, по сравнению со стандартным рукавом, рукавом Spolgan варить алюминий намного удобнее. Длина рукава Spolgan в сборе от 4 до 8 метров. Во время сварки нам без разницы, как будет скручен подающий рукав. Все находится здесь. В руку взяли, варим. Как этот процесс происходит, мы вам сейчас покажем. Как мы видим, сварка алюминия через рукав Spolgan ничем не отличается от сварки через еврорукав, а работать с таким рукавом намного удобнее. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Вопросы и комментарии, как обычно, выкладывайте под видео. С вами был Дмитрий Мягков.